Здравствуйте, ребята. Октябрята. Вот я привез самца босоногого чернохвостого. Кто мои подписчики и кто часто смотрит мои ролики, они видели, что у меня две самки били. Ну, одного самца я достал. Здесь в Грузии. Взял у ребят. Самец очень шустрый. Несколько раз он спрыгнул. Хвост у него идеальный. Вы отлично знаете, что если в стандарте не сидит голубь, это голубь для меня второстепенный. Этот самец хороший. Хозяин мне сказал, что он не гоненый. Я его раза 3-4 погнал. Голубь не птенец. И не старик. Ну, прошлогодний, просто хозяин его не гонял. А я его погнал. Посмотрел. 2-3 раза я его уже гонял. И вижу, что нормальный будет. Сейчас вечер я его отдельно снимаю. И завтра еще сниму, как погоняю. Как ни гони, ни гору, у него задатки есть. Тихо, тихо. Сиди, тихо. Тихо, не спрыгивай. Какой настырный, а? Какой настырный. Ну ладно. Наверх запрыгнул. Отсюда буду снимать. Какая разница? То, что внизу сидит. Здесь хвост можно снимать нормально. Поэтому я хочу, чтобы он здесь сидел. На весь хвост. И у него и спинка хорошая, и под хвост. Вот такая ситуация. Пошла или пошел, да? Вот, ребята, босоногие чернохвостого я держу вместе. Вот чернохвостый кувыркается. Начал я его гонять. И посмотрим до конца, какую игру возьмет. Долго не летает, потому что взрослым я его начал гонять. Мышечная система у него не так развитая. Ну, посмотрим. Я просто так думаю. Они вообще должны долго летать по закону. Напугала.
пойдет, куда денется, да, ребята? И как думаете? Потихоньку высоту набирает, и игру прибавляет. Когда я самца искал, что только не показывали. Вот посмотри, у шейки на весь хвост черный. Я им говорю, ребята, шейка мне не нужна, есть порода именно чернохвостой. Босоногие чернохвосты, они уже поднялись. Я иду выпускать остальных голубей, чтобы не потерять его, чтобы он сел. Сейчас посмотрите, как он шустро спустится. Посадка разрешена. О-о-о-о-о-о. Жимком спустился. Конец фильма для него. Неделю уже дождь идет. Обычно так не бывает здесь. Лохмоногий как выскакивает, видите? Thank you.
Всем пока, ребята, до свидания.